время 8:05, я приехал за Диманом. Сейчас он домывает свою попу, мы гоним в Тверь, садимся на Сапсан и едем в Питер. А с табличкой стоишь? Бесплатное ожидание прошло. Да, сколько с меня? 500 рублей за опоздание. 500, это очень дорогая машина. А, у тебя... О, смотри, музыку забрал какая-то. Сегодня мы будем играть как трио Prodigy Con. Я, Саня Бургер, Коля Вирус. Мы делали голосование в течение недели за 7 альбомов Prodigy, и любой участник нашей группы, ВКшной, мог проголосовать за свои любимые треки. В итоге в наш сет войдет порядка 25 треков со всех альбомов группы. Я думаю, что это будет, наверное, самый крутой сет этой ночи. Борисичка, 140, добро пожаловать. Спасибо. Мы идем закупать райдер бытовой, гримерку сегодняшним артистам. А у тебя определенное вино или у тебя просто, допустим, красное? Ну, просто сорт, типа же. Какой? 4 бутылки Шираз стоит. А посоветуй нам какой-нибудь Шираз. Есть предпочтение по стране? Предпочтение по цене. Да. Сейчас примерно час дня, мы находимся в клубе «Аврора» на дневном саундчеке. Обратите внимание на количество света, звука, диодный экран. Это один из самых больших статичных диодных экранов в России, к слову говоря. Сейчас ребята из Джеди, отвечающие за лазер, устанавливают 8 лазерных установок. И такой комбинации звука, света, картинки, виджейнга и лазеров у нас, в принципе, никогда не было. Я, в принципе, допускаю, что и для бейс-вечеринок это будет действительно достаточно высокий уровень, некая новая величина. Но все увидим сегодня вечером. Момент примерно 3 часов дня субботы было продано 1001 билет ровно. Саундчекаемся, пока все прекрасно, все отлично. Сейчас будем плавить танцпол горячими, жаркими треками наших любимчиков. Прогите!
четко. Санкт-Петербург, мы сейчас Давайте, пацаны. Хорошей дороги. Хорошего шопинга. Прощание славянки.